Друзья, всех приветствую. Очередная рубрика с Алиэкспресс товаров. Пришли наклейки. Будем клеить на машину. Так, давайте их посмотрим. Опять пришел такой пакетик интересный. В принципе, наклейки для чего? Для украшения, правильно? Так, опа. Там что, больше ничего нет? Так, это у нас, это получается у нас идет на капот, да и в принципе на любое место их можно клеить. Длина у нас 19, тут примерно у нас 7 сантиметров. Такая прикольная наклейка. Заказал две, чтобы если одну приклеишь неправильно, можно было вторую наклеить. То есть, в принципе, на любое место можно наклеить. Давайте эту еще вскроем, посмотрим. Вот там немножко другие. Тут уже на ручки идут. Ну да, вот такие вот. Так, там. Ну а там больше ничего нет. Да, вот 4 штучки их. На дверные ручки. Да, тоже можно, в принципе, хоть куда их наклеить. Посмотрим, как будут клеиться они. В принципе, на любую поверхность можно и на фару, и на фонари. В принципе, везде. Так, для красоты, чтобы было. Так что переместимся сейчас в гараж. Шли тоже примерно 20 дней. Претензий, в принципе, к продавцу нету. Все, поехали в гараж. Будем клеить. Так, ну что, будем клеить вот сюда. На ручку надо сначала протереть. От грязи, от пыли. Сейчас еще обезжирим. Делается для того, чтобы лучше к поверхности прилипала наклейка. Вот ацетон есть, растворитель. В принципе, попробуем ацетоном сейчас сделать, потому что образуется пленка жировая. Ну, будет не особо хорошо. Так, ладно. Так, сейчас быстро обезжирим. Не особо так хорошо надо обезжиривать. Можно краску сжечь. Так, тряпки, правда, нет, ладно, усухо. Втираем насухо. Сейчас будем клеить. Так, примеряем. Примерно так мы ее приклеим. Ну, чуть повыше. В принципе, ничего сложного тут нет. Отлепляем и да, чтобы она вот так вот цеплялась. А этот потом кругляшок приклеим. Блин, китайское все. Тоже, видите, не цепляется. Ё-моё, блин. Надо ей помочь. О, вот так вот. Так. Тут аккуратно. Блин, такое оно все нежное. Так. Да, все. Клеим аккуратненько. Так. Примерно. Блин. Приклеил. Ну ладно. Так, вот раз. Можно тряпочкой еще. Кто-то феном делает. Не знаю, я не буду. У меня есть фен, но смысла не вижу. Так, ладно, сейчас
Отлепим, отлепится оно, нет? Вот, отлепится. Только сейчас чистым чем-нибудь приткнем. Так, кругляшок у нас, да, еще остался. Берем его вот так вот. Клеим вот сюда. Чпунь. То есть сложного ничего нет. Так. Что бы взять? Ладно, вроде что-то нашел. Колготки какие-то, блядь. Так. Сильно, я думаю, давить не надо. Вот скотч, кстати, остался. Ну так. Какой-то волос. Куда он там зацепился? Не знаю, насколько это наклейки хватит. Ну, посмотрим. В принципе, готово. Смотрится вообще офигенно, честно говоря. Тут на камеру это не передать. И делаем, ну, все ручки. Будет очень красиво. В общем, было принято решение наклеить вот сюда. Как и большинство машин делает. Думал, как, или так, или так. Ну, принял решение. В общем, вот так наклеить можно и на фару, кстати. Но мне кажется, на фаре не особо будет. Вот так сейчас будем клеить. То же самое. Ничего сложного. Протираем. Обезжириваем. Если есть, если нету, то значит ничего не делаем. Так. Сейчас закрою, блин. Закрывается. Эх, так, давайте посмотрим, как она будет отлепляться. Так. О, вот это сразу видно. Отходит потихонечку. О! И это отошло. Там так не получилось. Так, ладно. Сейчас примерим. Так, ну. Вот так вот, наверное. Блин, честно говоря, я думал, сложнее будет ее клеить, так. В принципе, она нормально клеится. Так красиво смотрится. Так, разглаживаем. Да, и в принципе, все. Еще раз проходимся, чтобы не было там никаких отлипаний, блин. Конечно, коцки это все от камушков. Так. Не приклеим. Так хорошо приклеились, кстати. Аккуратно, а то можно, мне кажется, оторвать. Блин, вообще хорошо приклеились, нет? Thank you.
вообще по жесткой. Там такого не было. Главное не сорвать. Тихоньку. Прикольно смотрится. Покажу, как на свете будет видно днем. Сейчас темно просто.